Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кромвелл, и мы продолжаем играть с вами в Far Cry 3. Вот, это самый корабль, тот самый корабль Медузы, который мы в последний раз оставили, с пиратами до борту, нас дожидается, мы как раз сейчас идем к нему. Вот, но пираты, конечно, не знают о том, что мы летим к ним прямо сейчас. Ну и как бы хрен с ними вообще, с этими пиратами, мы сейчас с ними очень быстро разберемся, очень красиво, я надеюсь. Так, я вижу вышку. Эту вышку мы, похоже, открыли. Да, на зеленом уже этот, видите, мигает. Не знаю, видите вы или нет. И очень плохо видно, но в принципе видно. Лучше в нее не врезаться, я думаю. Вот. Очень красивый вид. Хочу вас обратить ваше внимание, посмотрите. Прям вообще невероятный. Что-то долго мы очень идем. Пушка, кстати, сверху. Та самая, которую мы так и не тронули. Столько всего на карте, ё-моё, я даже не знаю, что некоторые вещи означают. Так, попробуем приземлиться, покинуть планер. О, нормально, вот как можно приземляться. Надо прям перед самим спуском можно так тихонечко сбросить свое тело. Вот, и в принципе все нормально. Хорошо, теперь я буду знать. А то я всю голову ломал, каким образом можно сесть на этой херне. Это же вообще очень страшно. Оказывается, можно спрыгнуть просто. Надо достаточно спикировать. Тут у нас можно взять задание, но мы сюда не для этого пришли. Кстати, тут вещей очень много. Я потерял все деньги, купив себе глушитель на этот пистолет, который сейчас в руках держу. Теперь у меня нет бабла. Видите, у меня всего $200. По меркам этой игры это очень мало. А где ящик-то еще один? Наверху, что ли? Где-то здесь еще один ящик. А, он внизу. Где-нибудь там, да? Почему-то у меня управление сбилось. Я поставил приседать на другую клавишу, но ладно, неважно. Хрен с ним, с этими ящиками, в конце концов. Их можно очень долго искать, ничему это может не привести. Так, главное не упасть отсюда. Тут такая дорога ужасная. Это тут дорога это назвать нельзя, это просто какая-то протоптанная, путь какой-то протоптанный. А куда ехать? Вот карты не подстраивают мне путь. Вот это, знаете, это очень неудобно. Ой-ой-ой, какая гавайская музыка играет у меня сейчас. Приятная. Та-ра-ра, та-ра-ра. Такие прибрежные домики. Классно, наверное, здесь жить. Холодно, наверное, только. А вообще, в общем и целом, наверняка очень даже неплохо. Так, это же... было fast travel, начнем с этого. Наверное, отсюда лучше было бы и ехать, потому что что-то мы прям вообще очень долго едем. Еще какие-то туристы. Странно. Что-то здесь людей многовато. Довольно. Так, опа, мы, кстати, уже и подъехали. Так, вот здесь можно парковаться и выходить. Ну что ж, Медуза, с одним пистолетом наперевес я иду. Я выбросил в автомат и предпочел себе бесшумное оружие. Видимо, я хочу играть по стелсу. Видимо, так и есть. Так, можно откуда-то, наверное, сверху еще забрать. Здесь наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Вот я тоже так думаю, а я вижу уже первого. На какую-то клавишу был фотоаппарат на я. Я его так и не использовал ни разу. А ведь он есть... С помощью него очень легко помечать цели, как вы видите. Он еще может, ну, в роли бинокля уступать, чтобы было попроще. Так, давайте посмотрим. Тут есть кто-нибудь на верхах снайперы? Пока не видно. Так, это еще один? Или мне кажется, или это кровь? Так, это кровь. Джейсон, разберись с пиратами. Все нормально, Джейсон. Ты не сцы, главное. Так, камушек один туда бросим сразу. А, ему пофиг, да? Ну давай, вот сюда. Слышишь? Здесь услышал, нормально. Так, ты тут у нас один, значит, тебя убрать будет проблем не будет, то есть вот. Такой прицел, конечно, маленький. Вот мне прицел нужен, вот, а не вот этот вот мушка. Ну-ка, попробуем, первый выстрел пробный. Оп, остановился. Пяу! Готов, парень. Отлично, 23 патрона. Если мы будем все в голову отправлять, то, я думаю, никаких проблем у нас не возникнет. Драгоценный камень. Дорогая вещица, наверное, если я ее потом продам. Так, давайте отсюда корабль посмотрим. Тут наверняка сейчас начикаем всяких ублюдков.
Нет, смотрите, никого здесь нету. Семикратное увеличение у этой камеры. Вау, 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 вау. Так, снизу вижу что-то, наверное, должно быть. Это только бочка здесь. А где все пираты? Они типа на палубе? На корабле этом? Видимо, так и есть. Тут вообще ни одного не вижу. Ага, во, раз, два. Это что такое за желтый парень? Это тут кто-то нужен или что? Или это просто супер парень какой-то? Видимо, просто супер парень, раз он тут не один. Два каких-то непонятных... Это, может, какие-то супер офицеры, как вы думаете? Так. Так, мы забрались очень высоко. Здесь можно будет увидеть, что сверху. А ничего сверху и нету. Все внизу, походу. Так, отлично. Вот этот парень пошел пописать, наверное. Давайте мы его пойдем встретим. Поможем ему, так сказать, справить нужду. Мне кажется, что он непростой. Ну, с каким-то приветом. Ну-ка, давай туда сходишь. Заметил? Заметил, отлично. Попробуем его выманить куда-нибудь и взять. Может, его на нож брать не получится? Как вы думаете? Ну что вот это за желтая хрень? Я гадать теперь буду очень долго. Так, ну-ка давай сюда. Ага, кто это был? О, господи Иисусе, что же делается-то? Давай, 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 давай. По стелсу это на самом деле очень долго и кропотливо. Гораздо быстрее было бы всех перебить, но это неинтересно. Знаете, просто брать и... стрелять во всех, это тоже... такое себе. Так, сейчас мы его выманим и за жопу схватим. Кто здесь? И я здесь. Так, тихо, он сейчас пойдет. Оп, вот теперь можно идти за ним. Ну все, забудь. Да, он замечает, когда к нему подходишь. Надо очень быстро реагировать. Вот в чем его... Так, прежде всего отдай мой пистолет. И дай я тебя обыщу. Ага, хорошо, ладно. Обобрать труп. Так, зашифрованная частота, то, что нам нужно было. Угу. Одного мы взяли, еще один нам нужен, получается, что ли? Или сколько их здесь, этих частот зашифрованных? Вот здесь вход есть, давайте попробуем внутрь просочиться как-нибудь, очень тихонечко. Поиграем с вами в очень увлекательный... Кто-то там варит. А, я вижу даже, лол, он прямо здесь. Ты один здесь? Только не поворачивайся, я тебя прошу. Стрелял почти наобум, там не видно ни хрена. Вы, наверное, тоже все плохо видите. Сейчас. Потемнело внезапно. Такая ночная вылазка, чисто стелс, прям вообще стелс. Прям Splinter Cell. Самый настоящий, только без ПНВ. С ПНВ было бы все намного проще. Так, давайте здесь пройдемся. Что-то мы все на корточках, да на корточках. Внутри никого нету, походу, да? Все у нас снаружи остались. Так, вот здесь есть выход, хорошо. Нам, значит, как минимум еще одна цель у нас есть. Опа, кто-то болтает. Оп, вижу. Раз. Еще будут сегодня. Счастливчики. Так, там бочка. Опа, еще один золотой парень. Замечательно. Так, этот меня не заметит с такого расстояния, я знаю, поэтому с вами вот так вот пройдем. Это, кстати, очень глупо, что они такие слепые. По-моему, я уже это говорил. Так, он идет в мою сторону. Ага, и он меня видит в каком-то смысле. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ненавижу это. А чё, кто меня убил? По-моему, не он. Снайперов нет? Вроде нет. Так, давай-ка ты этот, пойдешь вон туда. Не услышал. Никто не услышал. И они оба идут сюда. Интересно, как я буду разбираться с первым и вторым. Неудобная позиция. Надо, чтобы он повернулся вон туда, короче. А он, собственно, туда и пошел. Ну-ка, давай посмотрим. Так, этот насторожился, этот пошел проверять. А, нет, это там что-то делает, сидит. Так, ну-ка, давай. Так, есть. Теперь твоя очередь. Вроде бы здесь больше никого нету. Еще трое осталось, наверное. Если, ну, я так, по крайней мере, думаю. Ты же не будешь поворачиваться? Отлично. Занимайся своими делами. Он может меня сейчас заметить, надо будет... Вот так вот. Оп, быстренько. Чем дальше от него, тем лучше. Так, давайте, давай сюда свой зашифрованный ключ, я пойду дальше. Так, тут тихо, тут все тихо. Можно выйти наверх попробовать. Но нам не надо. Нам, мы снизу их заберем как-нибудь. Так, проверим, здесь есть кто. Чисто, чисто. Слушайте, так классно по стелсу играть, только долго это все, мутно. Тут неподалеку ящичек есть, давайте его обыщем. Вот этот вот. Мясо для собак. Можно отманивать.
от себя песиков всяких, которые вечно пытаются тебя схватить за жопу. Так, вот этого парня можно взять быстро в спину. Нет, ну как в спину, в смысле выстрелить, а до этого добраться так. Как думаете, как вам идея? Можно даже его сделать вот так вот, типа оп. Блядь. Видели, как красиво? Если бы я еще попал с первого раза. Можно даже без стелса его забрать, но я хочу его с ножа взять. Давай. Вон там что-то есть, посмотри. Ага. Точно, оттуда шел. А вообще вот так вот, в тупую, на. До свидания, парень. Давай сюда свой сигнал. Теперь рация. Так, ну что, я все, что нужно, скоммунячил. Осталось только забрать пожитки. Всех убил. Опять ствол поменял, хотя не хотел этого делать. Как-то это очень глупо сделано, если честно. Вечно вот так вот получается. Так, здесь еще есть коробка. Давайте быстренько все облутаем. Денег у нас вообще нема, поэтому нужно их искать как можно больше. Я надеюсь, мне с миссии будут денежки капать, потому что иначе придется вечно вот этим заниматься. Ладно, хватит пока нам вещей. Давайте пойдем наверх. Нам теперь нужна рация. Мы нашли 3 зашифрованных сигнала. Теперь мы, видимо, с помощью этих шифраторов расшифруем сигнал и что-то послушаем. Я так думаю, я просто не понимаю, что мы делаем немножко. Игра меня не совсем посвятила. В курс дела. Заберем. Джокер. Патроны для пистолета. Так, открываем тихонечко. Нормально, тихонечко открыл. Да тут никого нет, да? Да, тут никого нету. Тогда давайте возьмем. Для выкупа в ПБ. Так он выкуп берет. Мне сказали подыскать покупателей. Ищи. Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок. Ну, и боже. Отправим покупателям. Двойная прибыль? Одобряю. Эй, заткни хлебало. На медузе кто-то поднял тревогу. О, боже. Мы ближе всех. Я отсюда вижу. Надо бежать. Что делать-то? Сейчас или никогда. Блин, у меня же... Я же по стелсу играю. Какой? Как никогда. О чем ты вообще говоришь? Зачем мне патроны? Какая битва? Вы, блин, что, совсем, что ли? Я так красиво все делал. О боже, сейчас будет драка, да? Сложность игры. Меня тут про сложность игры напоминает. Видимо, намекает на то, что сейчас будет такая жопа, что прям беспросветная. А я не вижу даже никого. Ага, слышу. Вот они, ребята, приехали. Я, говорит, ранен. Слушай, я попал даже в тебя. Хотя не особо целился. А, все еще можно по стелсу, в принципе, ну-ка. Не, они знают, где я. Так, давайте пометим вас, чтобы я понимал, где кто. Раз, два, три, четыре. Тихо-тихо-тихо. Они прям пытаются меня увидеть, прям вообще смотрят сюда. А подниматься будем ко мне? Понятно, будем. Так, один есть. Я думаю, вас по стелсу так не убью. Хе-хе, сомневаюсь. Вернее, зря сомневайтесь. Надо брать автомат, короче. Есть. Еще будут сегодня счастливчики. Они меня все еще не обнаружили, кстати. К слову. Так, ага. О, блять! Откуда вы знаете, куда кидать-то? Ну все. О, боже, у меня на мне бронежилет вроде как, вот эта синяя хрень, но он вообще не сработал. Меня, наверное, обнаружили, да? Ну давай, ты будешь вылезать. Не успел я автомат выхватить там, который выпал. Да, драка будет очень жесткая. Давай, ну вылезай, не сцы. Хватит гранатки не кидать, не докинешь. Нормально кинул, вообще не в меня. Не могу, слишком далеко, нет, не для пистолета дистанция. Попробуем поближе. Тихо, вон трупы. А, они не знают, кстати, где я. Вот этот парень. Твой говнюк, попробуй возьми меня теперь. Ай. Так, надо уходить. Опять не дали мне ничего взять. Так, хорошо, хилки тратятся. А, вон он. Хорошо, все, нету пистолета у меня. Чу-чу-чу-чу. Давай быстрее. Есть, все. Ну, вот теперь поиграем. Сучки, давайте. Давай, бери уже пули. Тихо, еще один внизу я вижу. Тот, который я помечен? Нет, не тот. Все, что ли? Так мало? Эй, я думал, с побольше. Я напал на медузу. Пираты сообщили с... Эйсон, вас хочет нас убить. Некогда говорить. Встретимся у Аманаки. Ты нам нужен. Я вам нужен? Внезапно. Ну ладно. Раз я вам нужен, я сначала всех обыщу.
Неприятно, конечно, что на меня так напали. Ну, не так много людей было, как я думал. Я думаю, сейчас такая орда прибежит на меня, прям целая. А нет, оказывается, отправили там... Десятка человек даже нет, по-моему. Сколько здесь погибло там? Нет, десяток может как раз быть. Ну, вот ровно 10, например. Что-то прям вообще так мало, что я даже не почувствовал. Мог, кстати, даже попробовать по стелсу. Я просто думал, что будет жестче. Тут вот, видите, все не так, как я думал. Где... он внизу самом, да? Ладно, все. У меня, кстати, уже целых сколько? Раз, два. Два рожка целых. Ну, три получается. Один заряжен, два на мне. Так, то есть все нормально. Ладно, нас вызвали там на миссию куда-то там. Помоги, говорит, нам. Туда-сюда. Блин, не могу. Так хочу собрать все ящики, если честно. Что прям вообще не могу разорваться. Ну, ладно. Мне не нравится, что у меня слотов мало, типа. Прям чуть-чуть не хватает слотов. Вообще жесть. У меня будет еще один слот, и у меня был бы пистолет и основное оружие. И все, я вообще был бы счастлив. Мне больше даже орудия это не нужно. Автоматическое и что-нибудь с глушителем. И вообще все было бы шикарно. Привет! Кстати, мои ребята. Что это вы уже здесь делаете? Вы тоже захватите это место? Ну ладно, удачи тогда вам. Я поеду дальше на свою миссию. Сесть на место стрелка можно на С. Машинка-то с орудием. А я и не заметил. Так, ой-ой-ой, врезался. Нормально, бывает такое. Птички летают, музыка опять играет, только на это рэперская какая-то. О боже, я, по-моему, на камень только что сел своей машиной. Аж стекло треснуло. Так, еще одно. Еще один камень. Надо вот здесь проехать. Я смогу здесь проехать? Машины очень проходимые в этой игре, я так скажу. На камушках не застревают вообще, знаете, как-то... какая-то у них, видимо, особенная подвеска, что они вообще не, ну, не терпят ничего. Наоборот, терпит, то есть, что я говорю. Очень терпимая машина. Много выдерживает. А далеко интересно висит? Давайте посмотрим на карту. Может, я фаст-тревельнусь разочек? Так и есть, я могу прямо к миссии фаст-тревельнуться. Так, мы на месте. Можно продаться. Наверное, этим мы займемся потом. Пока у нас все есть, нету смысла этим заниматься. Патронную сумку бы приобрести, это бы да, ну как приобрести, сделать, здесь ничего не покупаешь из таких вещей. Я здесь, что нужно было? Говоришь, говори. Вас собирается напасть на нашу деревню. Ты это говорил. Пока мы говорим, он собирает стволы. Хорошо. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ПП. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Ублюдок. Это хорошо. Время есть. Хорошо. Джейсон, прошу. Хорошего мало. Рак, это убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васса. Легче убить. Хорошо. Ослабить орудие. Ну, без проблем. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Ну, естественно, я же ведь вам должен. Вы меня спасли, я пираты вам буду помогать. Хранят оружие в джунглях, в лагере лесорубов. Сначала отключи сигнализацию, да? Угу. Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выкради взрывчатку. А потом уничтожь оружие. А понял? У меня С4 есть, зачем нам еще взрывчатка? Ну давай, ладно. Удачи. Откуда у меня, кстати, С4? Я, по-моему, в самом начале, да, взял, когда убегал от вас. Ладно. Задание есть задание. А я могу по пути животных пособирать? Потому что мне нужна очень сильно сумка. Вот, я помню, что мне нужны козы, но я, по-моему, их не... А может, у меня уже есть все для крафта? Давайте посмотрим. Создание предметов. Сумочки. Чехлы для оружия. Нужна шкура козла одна. Одна есть. Все. У меня есть еще один слот. Прочный чехол. Шкура оленя нужна. Тут что такое? Патронаж. Это для патрон. Нужны два кабана. Что еще нужно? Козы опять. Козы. Как много козлов надо. Можно прям пойти сейчас и поохотиться на козлов. Но, по-моему, я сделал уже себе один лишний слот. Только что выградил, да? Как посмотреть на мое оружие? Блин, не знаю. Попробую. Магазин где? Наверное, там же, где этот... Там, откуда я пришел. Давайте попробуем войти. Так, не с той стороны. Хорошо. Вот отсюда. Так. Пистолеты. Хочу пистолеты. Есть. Вот этот хочу. Экипировать. Да, у меня есть второй слот. Я его займу. Все, теперь у меня есть два ствола. Боеприпасы давайте купим сразу, чтобы далеко не отходить. Отсюда. Ага. И продадимся в таком случае.
быстрая продажа. $200. Лол, вот это я набрал. И начинаю потихонечку эти денежки-то накапливать. Потом что-нибудь улучшим еще. Так, а машину можно мне, чтобы я быстро добрался до миссии? Или нельзя? Пешком хотите, чтобы я добирался? Так, есть раз, есть два стула. О боже, как приятно. Все, теперь осталось только их апгрейдить. Прям супер-супер. И все, можно всю игру пройти, наверное, этими стволами. Да, я так думаю. Я так думаю. Только вот машины не хватает сейчас. Вот сейчас бы машину, и вообще было бы прекрасно. Ага, вот, кстати, она на мини-карте. Все как надо. Квадроцикл, вау. Поехали, на квадрике. Всегда есть информация какая-то, можно читать, прям вообще вау, зачитываться. Тут, кстати, карта закрыта, ее можно было бы разблокировать. Кстати, вот и вышка подсветилась, та, что заблокирована на карте. Давайте поедем, откроем ее. Посмотрим, что за вышка, заодно полазаем. Давно не лазал по вышкам. Целую серию назад. Какая красивая машинка, на которой еду. Приятная. В Дейзи на такой перевернуться, расплюнуть. Здесь, наверное, тоже. Ой-ой-ой-ой. Так, неприятно. Вот здесь поворот очень резкий. Ну, квадроцикл такой, тоже проходимый, судя по всему, да? Давайте проверим. Ну-ка. А, тут вообще вся техника проходимая. Я, кстати, только что перевернулся. Как я, в принципе, и думал, что здесь перевернуться на квадроцикле тоже особо труда не заставит. Не составит. Ну-ка, давай. Господи, как по бездорожью неприятно ездить. О, боже. О боже, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ну что-то, меня кто-то замечает. Здесь кто-то из людей вас и есть. На той стороне, что ли? Да и хрен с ними. Я сюда не совсем не для этого приехал. Где эта чертова вышка? Вот на этой дороге, по этой, вернее, дороге мы, наверное, все-таки выйдем. К тому, что, кстати, миссия совсем недалеко уже находится от нас. Сейчас откроем вышку и сразу на миссию оттуда. На ком-нибудь тросе, наверное, если получится. Если вот там будет. Так, высаживаемся. Дальше мы не сможем на квадрике. А, и мы и так не сможем. Квадрик упал? На, квадрик упал. А, я оставил себя без техники. Я не с той стороны, похоже, шел. Я отсюда, если упаду... А я сейчас упаду. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну ладно, видимо, не судьба. Я еще каким-то образом повредить себя умудрился. Эх, криворуки, давайте. Быстренько хилочек себе. Сколько есть? Две есть, все. На миссию только две. До вышки я не добрался, к сожалению, очень сглупил. Можно было только что подсветить врагов, но я решил пойти прям в упор к ним. Доберитесь до наблюдательного пункта. Это, наверное, будет сложно. Ищем сигнализацию. Так, во-первых, пистолет возьми, во-вторых, возьми камеру, и давай начнем потихонечку осматривать эту местность. Так, два. Что он там делает? Что-то натачивает. Так, заберемся чуть повыше, вот сюда. Так, давай ты присядешь. Чтобы мы не так сильно видно у нас было. Ага. Так, вот здесь мы быстренько пройдем. Тут тоже кто-то может быть, поэтому надо быть аккуратненько. Аккуратненько. Давайте наверх заберемся. Я устал от этого места. Устал, говорит, от этого места. А чем так не нравится-то? У вас всех так туда-сюда шманяют? Вас никто не любит? Так, вот это вот место. Очень классно было бы, если бы здесь снайпер стоял, такой типа, оп-оп. Тигр! Нихуя себе, что такое? Тигр! Давайте вот здесь посмотрим, снизу есть что-нибудь. Что-то чисто все, да, по-моему, вообще. А. Думал, я тебя не замечу. Так, ну хорошо, приоритеты расставлены. Хотя людей тут наверняка больше. Вон, кстати, сигнализация подсвечена. А вот, кстати, еще один человек. И там еще один, но это подсвеченный. Ага. Можно прямо отсюда снять сигнализацию, только не этим пистолетом. Этот пистолет такую дистанцию не выстрелит. А вот его... Вот, слушай, он так хорошо плавал. Может его... не знаю, как это сделать. Можно по громкому, можно по тихому. Я думаю, лучше по тихому, потому что нам сказали сигнализацию отключить. Ну, типа, неважно. Так, вот сюда можно заманивать. Ой, а вот ты сам здесь уже находишься. Тебя заманивать-то никуда не нужно. Слушай, ну-ка посмотри, что здесь. Вот сюда, да, посмотри. Отлично. Как тебе местная фауна и флора? Нравится? Дурачок. Давай сюда свои деньги. Что у тебя еще было? Только деньги? Бомж. Можно, наверное, тигра натравить. Я видел в роликах, может, с помощью мяса кидать. И этот чертов тигр прибежит прямо сюда, куда я кину мясо. Только я не помню, как правильно выбирать это все. Поэтому я пока что обойдусь без этого. Как-нибудь постараюсь. Так, парень смотрит прямо в мою сторону. Мне это не нравится. Ну, посмотри, что там. В ту сторону, пожалуйста. Что-то там в воде.
Какого такого? Готовься плавать, сынок. Я иду по твою душу. Смотри, там опять что-то упало. Что ж такое-то? Что делается? Я... Кто ж сомневается в том, что ты слышал? Так, тихо. Чего ты так плескаешь? А куда он пропал? Он исчез. Чёртовы солдафоны. Они какие-то... Не знаю. Они в расплавленный металл превращаются и падают сквозь все вниз. Так. Здесь мы пройдем, наверное, спокойно, да? Опа, мертвый человек. А что это вы человеков убиваете просто так, что ли? Нехорошо. Придется вас всех наказать. Пистолет, кстати, даже еще в ход не пускал. Мне прям обидно. Хочу пустить пистолет в ход. Тихо. Ты что это смотришь на меня? Ну-ка, отвернись. Умри, короче. Увидели, услышали, вернее. Бегут. Пусть бегут. Не уклюжи. Пешеходы по лужам. Боже, какой я косой. Это прям вообще жесть. А, не включай, скотина. Не успел я. Надо было контрить это изначально, но я зачем-то пошел. Ладно, неважно. Так, надо быстро хилиться. Ну давай, вот теперь поиграем. Да не стреляй ты в меня, господи Иисусе. Я не сломал ее? Ой, с другой стороны уже подплывает. О боже. Если я умру, я не сильно обижусь. Я бы переиграл это, на самом деле. Мне прям не понравилось, как я сюда зашел. Я из пистолета начал как дурак стрелять. И все на этом. Ну, все из-за того, что не хватает прицела. Вот будет прицел, я уже буду спокойнее себя чувствовать, на самом деле. А то этой мушкой вонючей никуда не попадешь на свете. Так, есть последняя хилка. А, нет, все, хилок нету. Мы теперь уже делаем как можем. Все, есть? Нормально. Боже мой, что делается? Еще подкрепу вызвать успели, ведь неприятно это все, неприятно. Где ты там? Что ты жопой повернулся ко мне? Все, все патроны кончились. Давайте сюда все, что я потерял из-за вас. Ублюдки! И вещи свои давайте сюда все. Все с вас сниму. Штаны последние, как я это люблю делать, с трупов. Снимать все, что есть. Давай сюда. Солдатские жетоны. Невероятно. Так, еще патроны. Сколько у меня? 45. Неприятно. Не хватает. Нужно еще. Так, есть рожок в запасе. Сломанный компас. Вот этот парень был в броне, кстати. А тигр все еще там. Давайте тигра возьмем. Тигр, иди-ка сюда. Я хочу твою шкуру. Ты наверняка очень редкий. Иди-ка сюда. Ни хрена он выдел... Он все еще жив! Нифига себе, вот этот тигр! Вот это тигр, блядь. Нормальный такой. Живучий, ни хрена себе. У него там реально какая-то шкура бронячая. Так, все, сигнализацию мы отключили? Или это не та была совсем сигнализация? Что, мы должны все взорвать здесь? Склад весь целый? А, ну да, он же сказал вывести все из труб. Оо, фул. Тут можно на фул заполнить себя. Отлично, все. Удерживайте для этого. Это получается весь, все их склады с оружием, с взрывчаткой. Выходи быстрее. Господи, вот зачем ты это делаешь так медленно? Надо бежать. Вы тоже трупы, я вам сразу говорю. Это вы ошибаетесь. На самом деле трупы сейчас будете вы, потому что там такая жопа сейчас будет. Бу-бум. Готово. Они, кстати, живы остались. Вон, я вижу одного. Или это мертвый? Ты мертвый или живой? Вроде живой. Ладно, неважно. Тут есть машина, можно отсюда слинять. А, это сломанная, я понял. А что делать-то? Надо, наверное, просто удрать отсюда, чтобы выполнить миссию, да? Давайте убежим. Готово! Джейсон, отлично сработано! Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПП. ПП! ПП! Пиратская бухта! Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон. Сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Да, ребята, ищут меня, я слышу. Ну и пошли они к черту. Пойдем мы лучше вон ту вышечку откроем, пока суть до дела, а то карту не видно ни хрена из-за этой вышки. Я не понимаю, где трава находится и где она растет. Я хочу очень зеленую траву набрать сейчас, нарвать, потому что у меня хилок совсем не осталось из-за этих ублюдков. И ну, из-за меня, конечно, тоже. Я там не хило так поспособствовал тому, чтобы меня обнаружили. Вот, кстати, отсюда можно сейчас посмотреть, где они там.
О, смотри, раз, два. Двоечка за мной пришла. Двое людей? Я вам все склады перебил, а вы прислали за мной только двоих людей? Вот это меня называю неуважение. Они должны были вообще половину своей силы сюда, наверное, скатить, потому что тут такое, ну, арсенал лежал. Господи, его надо охранять, как не знаю что. А они ко мне двоих людей прислали. Ну, ужасно. Как-то я не знаю, как-то это все непрофессионально. Мне кажется. Вас у насрать, что ли, на все? На свете? По-моему, нет, он очень... Хотя нет, может насрать. Он какой-то псих, реально. Он, типа, иди беги, взял и отпустил меня. Ну, наверное, не рассчитывал на то, что я убегу, а я как-то умудрился сбежать от него. А может, рассчитывал. Черт его знает. Так. Понятно. Даже не буду с вами возиться долго. А вас там трое. Ну, взял просто и всадил троим. Смотри, как забавно умер. Все нормально у тебя? Будешь еще обижать плохих людей? Он говорит, убивал первый раз, бла-бла-бла. Там свои истории рассказывает. Ублюдки. Думают, им все с рук сойдет. Ага. Когда я на посту, никто не будет ничего плохого делать. Смотрите, вышки уже начинают охранять, как я, собственно, и думал. Так, тут можно подняться, только вот с какой стороны? Вот с этой. Ага, есть. За кадром, кстати, за кадром, вернее, вы можете слышать детей. Я надеюсь, вы их плохо слышите, потому что слышу я их отлично. Они очень сильно шумят, но я не могу закрыть окно, жарко очень. Смотрите, людей, они все еще помечены отсюда. Их можно отсюда увидеть? Ну-ка. Вон, я вижу, ходят так далеко-далеко. Кошмар, их видно. Ладно, неважно, мы сюда для другого пришли. Так, куда нам дальше? Давайте думать. Вон, я вижу лестницу, она с той стороны. Надо перепрыгнуть вот эту штуку. А, вот так вот пролезть, я понял. Хорошо. Так, дальше, вон подъемчик. Значит, надо вот отсюда пройти. Пока все довольно-таки простенько идет. Так, прыжочек. Красиво. Еще прыжочек. Неплохо. Так, тут лестничка. А это уже все победное? Да, победное. Ну, вышки не сказать, чтобы сложные. Но и не сказать, чтобы легкие. Пока вроде без трудностей. Забираем вышку. К чертовой матери. Опять они нацепили всякую херню на эту вышку. Ага, и включаем, и это тоже. И все. Заработало. Давайте посмотрим, что откроет. Непонятно, что это. Постройка какая-то сверху. Так, это лесорубка. Опять какой-то деревенька маленькая. Без людей, без всего. Ну ладно. Готово. Вышка включена. Можно спуститься в несколько мест. Куда нам нужно? Вот два места, куда можно спуститься. Тут орлы летают. Так, мне нужно в ту сторону. Так что в ту и спустимся. Давай. О, здесь есть эта штука, которую я очень сильно люблю. Планер, планер, или как он-то правильно называется. Надо подняться. Да, вон он. Сейчас я с него и полечу. Пожалуй. Мне так больше нравится путешествовать. Поверху. О! Подарок под пальму это называется. Вот как это называется. Кстати, коробка, мне кажется. Мне кажется. Слушай, а что ты тут делаешь? Ты мне нужен. И еще очень много таких, как ты, мне нужен. Что ты забыл? Ты тоже хотел полетать? Я не дал тебе полетать? Я не могу его разделать, потому что он находится... Хитрожопый ублюдок! Ты посмотри, как он меня сделал, а! Вот урод. Как будто бы он знал, как работает эта игра. Ублюдок. Ну ладно, хрен с ним, с этим козлом. Кстати, столько много зеленых листочков, мы перелетаем сейчас, мне так обидно, если честно. Тут, кстати, пост есть один, аванпост. Но я не преклонен, я полечу на миссию. Миссия всему глава, как говорится. О, я вижу уже вышку, кстати, вдалеке. Мы, кстати, тоже над постом пролетаем сейчас. Пролетели только что, и меня даже никто не заметил. Да. Сначала мы вышку откроем, естественно, вон ту. А потом уже пойдем на миссию, потому что я, опять же, не хватает листочков. Опять же, все, в общем, по-старому. Только бы сейчас никто не охранял эту вышку, потому что я сейчас буду приземляться около нее прям. И я буду в не очень выгодном положении. Очень невыгодном. Ну какой звонок? Вы о чем? Привет, это Дейзи. Я взяла телефон доктора. А, как там поиски? Привет, Дейзи, а ты как? Ты как? Все нормально, хорошо. Да. Доктор переселил меня в пещеру под домом. Тут безопаснее, учитывая, что пираты приходят к нему каждый день. Угу. Слушай, я кое-что нашла здесь. Тебе понравится. Хорошо. Таблетки?
Встретимся там. Колесами будем закидываться. Надеюсь, с друзьями. Что ты там нашла? Пока. Давай, Дейзи. А как здоровье-то твое? Я хотел узнать, как я так... Эх, ну ладно. Тебя вообще не интересует? Она лихорадила не так давно, а она уже как бы стоит и вообще в какую-то гору завели. А вдруг она еще сильнее заболеет? Ай-яй-яй, нехорошо. Но, ладно. Ладно, ведь раз разговаривать, значит, все в порядке. Давайте вот это выключим. Дерьмо. Опять понаставили дерьма всякого сверху. На вышке. Все блокируют, уроды. А почему у меня оружие не разблокировалось, кстати? У меня же каждый раз должно орудие разблокировать всякие. Они становятся бесплатными. А меня самое удивляет, что... Самое удивительное, что типа они становятся бесплатными. Что вообще классно. Какую-нибудь винтовку бы мне. На третий слот. Все? Отлично. Радиовышка включена. Так, миссия в той стороне, по-моему, да? Какой? В той. Ага, вон она. Ну все, пошли. Здесь можно спуститься. Вот с этого, кстати, пригорочка очень неплохо посмотреть даже. О, он отсюда уже видно все. Только нам не туда. Вот раз. Так, присядь, пожалуйста. Дай-ка дальше еще чуть про. О. Ну, вроде все тихо. Опа, вон еще один кадр стоит. Дожидается меня. Ой, дождик пошел. Слушайте, прям неприятно. О, еще люди. Ты посмотри. Раз, два. Курочки гуляют. Интересно, с куриц можно что? Еще. Ож, как их много. Дайте, дорогие подписчики, наверное, все-таки на этом закончим. Продолжу с вами уже в следующей серии, потому что я опять-таки разрываюсь. Опять у меня нету времени, к сожалению. Продолжу с вами уже в следующей серии. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока, ребята.